значит, зрение духовное дано. Значит, для тебя преграды нет. Обмакнет художник руки в небеса. Подберет в пыли травинки изумруд. Просто очень надо верить в чудеса. И тогда картины оживут. Паутина вся в росинках грубых нот. Птичий хор с утра откликнется в листве. Вы поверьте, композитор так живет. С вечной кантатой в голове. А поэты по ночам почти не спят, ведь у них болит тревожная душа, чтобы услышал тот, кто был за нас распят, чтобы было людям чем дышать. Рождается слово. Прими его, вечность. Храни его, русская речь. Прощая поэту хандру и беспечность, народ станет слово беречь. А может быть, автор его замурует навек в казематах стола, а может быть, выберет долю другую, сожжет без остатка дотла. Давайте не будем судить оголтел, давайте с плеча не рубить, пусть стих прозвучит. Это время, не дело принять его или убить. Кого прочитают потомки, дай Бог еще будут читать. Пусть стих прозвучит, он сегодня негромкий, а может пророчеством стать. Его прочитают на книжных развалах, и песенные строчки споют хороших поэтов, быть может, немало. Немногих